Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 817. Радиусы окружности равны 5 см, окружность синяя, и 3 см, окружность красная. Они даны на рисунках А и Б, чему равно расстояние между их центрами. Итак, на рисунке А эти окружности касаются внешним образом. Значит, расстояние между их центрами равно сумме радиусов этих окружностей. То есть 3 плюс 5. А это равно 8 сантиметров. На рисунке Б эти окружности касаются внутренним образом. Значит, расстояние между центрами этих окружностей равно разнице между большим радиусом и меньшим радиусом, то есть 5 минус 3 равно 2 сантиметра. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.